Участие в международных конкурсах для Дарьи Кварты – привычное дело. Еще до пандемии преподаватель детской школы искусств активно проявляла себя на музыкальных фестивалях. Теперь, когда большинство событий переместилось в онлайн, присоединяться к ним стало еще проще. Это портфолио, то есть ты собираешь разные конкурсы, да, себе в портфолио. То есть, когда, например, тебя на сцене объявляют, да, тоже говорят, что ты там лауреат каких-то либо конкурсов всероссийских, международных. И также для преподавателей это дополнительные баллы на аттестации. Видео с композицией «Ариоза матери» с кантаты Анатолия Новикова «Нам нужен мир» Дарья отправила на несколько конкурсов. На международном фестивале академического вокала «Кантабеле» преподаватель детской школы искусств стала лауреатом первой степени. Судьи отметили приятный тембр, хорошее грудное резонирование и выбор репертуара. Председатель жюри прислала отзыв на то, как я выступила. И также вот всем лауреатам первой степени дается диплом еще дополнительно о том, что вы номинированы на премию, которая состоится в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года. В планах у Дарьи начать преподавание вокала онлайн. По словам педагога, такой формат, конечно, не заменит точных занятий, но позволит ученикам поддерживать и развивать навык в условиях пандемии. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.